1450 рублей. Это ж Хабиб. Это ж Хабиб. Не-не-не-не-не. С Хабибом мы даже говорить не будем. Хабиб. Хабиб пропал с радаров. Даже не буду с ним разговаривать. Пойдем к Хикману Шутуцу. Вряд ли... Хотя ладно, не буду пока спойлерить. Все-таки. Мало ли кому интересно, чем игра закончится. Просто я-то уже, в принципе, знаю. Умудрились мне слить концовочку. Я не помню, опять, но эта карта, это просто, ну, дурдом. Так, ну ладно. Сюда, наверное, как-то. Не-не-не-не-не. Да. 3D-шлемы. Да я просто обалдел, когда узнал, что Oculus Rift делается за 3 минуты из 2 пивных бутылок. Вот это действительно разочарование. Конструктор Лего за 12 тысяч. В этом ничего плохого не вижу. Если ты не Пиксель Девил. Шучу. Просто есть люди реально одержимые там деньги. Ой, Лего. Это нормальное на самом деле желание. Я вот тоже один раз Лего купил, не выдержал, потому что в детстве не было возможности купить. Семья была небогатой, я всегда завидовал людям с Дэнди. Купил, пособирал, получил удовольствие. Пиксель Дэвил — это, наверное, единственный человек, который... Я не знаю, у него вроде есть 100 тысяч подписчиков, но тем не менее, это вот человек, который собрал 100 тысяч подписчиков, который ни разу не пошутил и даже не улыбнулся при этом. Даже Black Sailor Ufa не может похвастаться таким. То есть, ну, я нормально отношусь к Пиксель Дэвилу, можно даже сказать, с уважением, потому что, ну, кроме основной своей деятельности, он еще писал обзоры для Гоблина на игры там и так далее. То есть, нормальный чувак, но... Я просто не знаю, как можно быть таким просто... Ну, я не знаю, даже смертельно скучным я не могу назвать, но просто, я не знаю. Интересно, когда жена его щекочет, он хоть смеется. Хотел бы я на это посмотреть. Ну, да, ну это жесть. Привет, ему. Странно, что у всех одноглазых людей в этой игре отсутствует именно левый глаз, пишет кот на луне. Блин, нифига себе. Нифига себе ты обратила внимание. Слушай, это действительно любопытно. Было бы забавно, кстати, я не знаю, можно ли там перенести эту поверхность. Нет, только вверх и вниз. Я бы мог стать первым одноглазым, у которого нет правого глаза. Увы. Спасибо, кот на луне, за интересное наблюдение. Продолжайте вести его, мы с вами обязательно свяжемся, чтобы узнать еще интересные особенности. Вот интересная особенность этой игры еще одна, это то, что в ней нельзя умереть. На, и китайское лего, не трави мне душу даже, это просто кошмар. В детстве ты родителям не объяснишь, что китайское и прочее поддельное, какое-нибудь русское лего, это не то же самое. Привет, Мифьюи. Не знаю, как это прочесть. Забавно смотреть на Пиксель Дэвила, который пытается не обидеть школьника, который прислал ему какую-то хрень. Знаешь, нет ни одного видеоблогера или стримера, который... пытается обидеть школьника, наоборот, кроме меня, потому что все понимают, что школьники — это как бы, ну, как бы их такая золотая шахта, что ли, золотая жила.
Один я просто ненавижу, блядь, весь мир и своих подписчиков и вообще всех людей. Всячески пытаюсь их унизить до такой степени, чтобы они больше никогда не смотрели на меня. Я уже на самом деле бояться начинаю, что меня скоро отпиздят. Ну да ладно. Где этот клоун-то? Извиняюсь за мат, больше не буду. А нет, тут вообще что-то лежит. Автомат. Что-то меня шатает немного, опять что ли голову подстрелили? Да нет. Мне кажется, это просто мода такая, знаете, типа, ну, в Африке же мода на всякие странные вещи есть, и какие-нибудь там кольца на шее, там, ну, типа, считается, что это украшение, еще какое-нибудь дерьмо. Может быть, эти повязки, это просто, типа, мода африканская такая. Которая показывает то, что... Завета. Кутузова не прошли даром. Кстати, Господи, сколько я там поеду. И что ты будешь делать этой железной рукой 25 сантиметров? Проще мне отвечай. Я не хочу знать. Боже мой. Боже мать твою мой. Тахия Абедия. Трейтер, ну трейтер, насколько я понял, это не предатель, на самом деле, это типа мучитель какой-то, что ли. Блин, ну так не хочется. Ну ладно, пойдем сгоняем, шлепнем его. Вообще, если трейтера пытаться там уломить, уговорить или еще что-то, он тебя в коповозку сдает. Может быть, это на континенте будет находиться, тогда я быстро приеду, шлепну его. Просто все вот эти вот убийства офицеров, вот это вот все дерьмо, оно как бы влияет на хорошую или плохую концовку. В игре две концовки. Я, как я уже сказал, даже если пройду на плохую, я буду считать, что я прошел игру. Хотя, ну, может быть разное мнение на этот счет у людей, но мне все равно. Просто так, там плохая концовка, она так на Game Over чем-то похожа, но... Ух, нихера себе, бэт-леталка какая-то просто из белых полигонов. Ну чё? Чё-то он нам показал, где, по-моему, какая-то подлодка располагается. Только я не понял, где. Давайте к трейтеру. Сгоняем. Тут, наверное. Ладно, давайте пока туда сгоняем. Секшопы в Японии, я думаю, интересные. То есть, ну, действительно любопытные. Но врать не буду. Блин, как же смешно было, когда я в секшопе всякую срань заказывал, а у секшопа адрес был, что вроде пижня какая-то там, ру. Типа, реально смешное название. И звонил курьер и говорил, типа, это, точнее, не курьер, а оператор говорил, вот вы там заказали всякие игрушки на сайте пижня. Так нелепо. So fucking ridiculous. Burning Angel, это, я не знаю, что это значит. Burning Angel, ну...
Типа эмочки всякие с татухами, с пирсингами, наверное. Как Suicide Girls, только более жесткая, знаешь, там. Такие мерзкие, совсем бабищи, героиновые какие-то, блин, все в герпесе. Кабина этого летающего ската напомнила русско. Ну, летающий скат — это хорошее описание. У тебя живой ум, парень. Я тебе так скажу. Надеюсь, мы не встретим летающего Стива Ирвина по пути. Ладно, это, наверное, жесткая шутка. Да и мало кто поймет. Блин, ливень как из ведра. Не-не-не-не-не, не сбивайте моего ската. Твою мать, начался этот догфайт. Я просто надеюсь, что моего ската не собьют. Я даже не шмальнул из него пока еще. Не-не-не-не-не-не, сбивайте. Не сбивайте, мужики. Так, ладно, пойдем, короче, налетим. На трейтера. Блин, сбили ската. Так, ты трейтер? Да. Клерк, женщина. Ну, неудивительно, женщина, похожая на Хованского. Всегда предаст. Оп. Так, ну и поехали, наверное, заканчивать миссию потихонечку. Осталось, Алекс Рауш, три острова. И финальная битва. Немного, я бы сказал. Блин. Ну что ж, мы на партизанском острове, так что здесь попроще передвигаться. Да, этот чувак, по-моему, нам нужен. Сори за звуки дождя на заднем плане с этим. Как вы понимаете, ничего не поделать. Адвенчуру от создателей Сталкера. Нет, спасибо. Да нет, Мафия 3 наверняка будет интересно. Ну, какой пулеметик красивый. Жаль, оружие в руках не отображает. Но, в принципе, нам на самом-то деле ничего не нужно уже. Нам уже ничего не нужно, мы уже прошли этот остров. Очевидно, тот ученый, вот этот кот-ученый, он показал бы нам... О... Карта над уровнем моря. Он показал бы нам, где как раз субмарина находится, но мы ее сразу шлепнули флайфоксом, так что. Заканчиваем. С макатом. Ждем наше шампанское заслуженное. По-моему, я все сделал задания, поэтому надо просто потусить через какое-то время. Дождя, да забирай, забирай.
звук дождя романтичный. Возможно.